оставляя автомашины в местах, где отсутствует освещение, нет прямой видимости с окон, и имеется растительность какая-то, тем самым преступникам мы даем повод для того, чтобы они могли совершить кражу из автомашины или тем самым совершить угон данного автотранспорта. В данном направлении проводим большой объем работы, а именно пытаемся установить и задержать граждан, которые причастны к кражам и угонам автотранспорта. Много задерживаются граждан, которые причастны к кражам из автомашин, мобильных телефонов, айфонов, айпадов, регистраторов и так далее. В связи с чем хотели бы обратить внимание на то, чтобы, покидая салон автомашины, вы, не выходя из салона, проверяли досконально закрытие окон, дверей, не оставляли на видном месте дорогостоящих предметов, вещей, кошельков, сумок и так далее. А также, если вы оставляете автомашину на ночь, обязательно старайтесь ее поставить на охраняемой автостоянке, где имеется видеонаблюдение, освещение. При этом, приобретая автомашину, обязательно постарайтесь поставить на нее противоугонное устройство, а также можно и два сигнализацию и противоугонное устройство. Кроме этого, если вы приобрели бэушную автомашину, то обязательно надо проверить данную автомашину в органах ГИБДД, истребовать от предыдущего владельца две пары ключей, ключи от противоугонных устройств и досконально проверить документы, которые продаются вместе с автомашиной. Если вы стали свидетелем или очевидцем преступления, или в отношении вас совершено преступление, вы своевременно обращаетесь в органы полиции, чтобы мы могли своевременно среагировать и принять меры к задержанию данных преступников. При этом старайтесь записать, если преступники убывают на автомашине, госномера, приметы преступников и всю данную информацию сообщить в органы полиции по телефонам 02 или 112.